Выходные в регионе похолодает до заморозков. Днем в субботу столбики термометров покажут плюс 13-18 градусов. Пройдет небольшой дождь. Ночная температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 14 метров в секунду. А вот в воскресенье синоптики советуют не забывать взять с собой зонт и одеваться теплее. Если днем до плюс 17 градусов тепла, то температура в ночь на понедельник может понизиться до минус 3 градусов. Воздушная масса начала к нам поступать северных районов России, северных морей, поэтому уже сегодня в губернии чувствуется прохлада. В предстоящие выходные дни поступление холодного арктического воздуха продолжится на наши районы, поэтому ожидается погода прохладная, но в дневные часы при небольшой облачности все-таки воздух будет прогреваться, но незначительно. А в ночные часы мы ожидаем низкие температуры, вплоть до заморозков в отдельных районах, в воздухе и на поверхности почвы до нуля минус 3 градусов.